Дорогие друзья, 4 июля в Десногорске на территории скалодрома состоится большой летний концерт «Акустика на Десне». Это необычный акустический концерт, а концерт легкой музыки рокового направления, в котором выступят коллективы, уже принимавшие участие в этом проекте, и те, кто только собирается это сделать, а именно 8-е отражение Десногорск, Барбадос, Брянск, Гинденбург, Блюз, Смоленск, Кодлок, Москва, а это СМИА, Обнинск, Куплю привидение, Москва, Квентери, Смоленск, Солрейд, Смоленск, Радиоточка, Щекино, Тульская область. Мы ждем всех любителей живой, честной, акустической и просто легкой музыки на скалодроме 4 июля в 20 часов. Только у нас экологически чистая музыка. Музыка для души. Нам важен не только исполнитель, но и каждый слушатель. Мы рады лично вам.